Реверс будет действовать с 10 часов вечера до 6 утра ежедневно. Новая схема будет работать до 1 ноября, то есть до завершения планового ремонта. Как сообщают специалисты управления автомобильных дорог, в тоннеле будут менять панели облицовки стен на огнеупорные плиты. Кроме того, там установят новые светодиодные лампы для нейтрализации ослепляющего света на въезде и выезде из тоннеля.